Молодежный и студенческий кампус программы СЭЛА находится в Ницане, поселении, расположенном на юге страны. Более 20 лет Ницана считается одним из лучших мест абсорбции новых репатриантов. Здравствуйте, меня зовут Ксения, мне 20 лет, я приехала из России, город Владивосток. Здравствуйте, я Прохор Фуат, мне 18 лет, я приехал из города Хабаровска. Специфика программы предполагает интенсивную академическую подготовку для поступления в высшие учебные заведения и колледжи Израиля, включая необходимую для поступления подготовку к сдаче психометрического теста на русском языке. Я нахожусь здесь уже 4 месяца, и мы ходим в Тиюле, мы учим иврит, мы занимаемся спортом, плаваем в бассейне и много-много всего. На протяжении 10 месяцев участники программы интенсивно изучают иврит в Ульпане, знакомятся с жизнью в Израиле, путешествуют по стране, отмечают еврейские праздники. На программе я нахожусь уже 4 месяца, все время я провел плодотворно, уже достаточно изменений, как минимум то, что я уже хоть как-то понимаю иврит и поменял некоторые свои привычки. Участники программы имеют возможность посещать занятия по самообороне, заниматься плаванием, ходить в тренажерный зал, посещать различные кружки и студии и тренинги на сплочение. Мы были в Иерусалиме, были в Кейсарии, были также мы на Мертвом море, на Масаде и на Энгейде. Уникальность программы заключается в возможности интенсивного изучения иврита и подготовки к экзамену по психометрии. Участники программы проживают в комфортабельных комнатах, им предоставляется трехразовое питание и медицинская страховка. Я выбрал Ницану, потому что здесь очень красивое место, спокойное, большое поле для саморазвития. Здесь тебе в этом никто не помешает, а только помогут. Если кто-то сомневается или колеблется, я бы посоветовала сделать этот шаг и ничего не бояться.